Еще один детский сад появится в Ленске. В городе началась реконструкция здания по улице Победы под дошкольное учреждение. Стоимость проекта около 15 миллионов рублей. Все подробности далее. Сегодня районной администрации заключены контракты на реконструкцию здания по улице Победы под детский сад на 25 мест. Определен и уже приступил к работе застройщик, представляющий иркутскую строительную фирму. По словам заместителя главы района по социальным вопросам Анатолия Макушева, подрядчик довольно серьезно подошел к поставленной задаче. Работы ведутся в хороших темпах, очень качественные материалы и сами работы. Вообще у нас это редкость, когда, говорю, ремонтные работы проходят по объекту без всяких там вопросов и сложностей. На общестроительные работы из республиканского бюджета было выделено более 13 миллионов рублей. Также 1 миллион 300 тысяч рублей на поставку детского развивающего оборудования. Из районного бюджета выделено 2,5 миллиона рублей на проектирование и выполнение работ по монтажу видеонаблюдения, а также монтажных работ. Строители уже демонтировали старые внутренние перегородки и полы, возвели новые стены в соответствии с проектной документацией. Будет проведена полная замена сетей водопровода, канализации, отопления, также замена электрики. В ходе реконструкции также предусмотрено утепление наружных стен и полов, замена кровли, замена окон и огромный объем других работ. Детский сад расположен в центре города, и его открытие уже давно ждут многие семьи. Это будет еще одно уютное, теплое здание, где будут созданы все условия для безопасного пребывания и творческого развития детей. Мы надеемся, что летом этот детский сад откроет свои двери. Пока по нему мы вопрос в стадии решения, в стадии обсуждения. Либо это будет передача частному предпринимателю для дальнейшего лицензирования. По словам Анатолия Макушева, на сегодняшний день очередность в детские сады детей в возрасте с 3 до 7 лет ликвидирована. Теперь республика ставит новую задачу – разработать дорожную карту по ликвидации очереди уже детей с 2 месяцев. Конечно, эта перспектива далекая. Пока же следующей задачей для районной администрации станет обеспечение местом в детский сад детей с 1,5 лет. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.